Режим ЧС из-за срыва посевной кампании отменяют в Алтайском крае. Об этом РИО губернатора сообщил на совещании правительства региона. По словам Виктора Томенко, в рамках режима ЧС на Алтае удалось максимально устранить последствия переувлажнения почвы. В частности, аграрии изменили структуру посевных площадей, сортовой состав сельхозкультур, ввели немало таких, у которых короткий период вегетации. Отдельное внимание специалисты уделили борьбе с сорняками, болезнями и вредителями. По оперативным данным, яровой сев в регионе выполнен на площади 4,5 миллиона гектаров, а часть полей отдана под пары, однолетние травы и озимые. Виктор Томенко подчеркнул, режим ЧС помог аграриям пролонгировать кредиты и привлечь новые займы. Но расслабляться рано, впереди не менее ответственная уборочная кампания. Уже сейчас эксперты понимают, что ее сроки могут существенно сдвинуться.